Что такое TikTok? Один лайк всего. И то это я поставил лайк. Я подумал, что снимать видео это действительно не мое. Чтобы стать популярным, нужно снимать постоянно. Мне кажется, у меня есть идея. Я понимаю, что одному, наверное, мне будет тяжело снимать. И я решил позвать своих друзей. Алло, братан, здорово. Здорово, чё, как дела? А у меня тоже хорошо все. Слушай, где есть такое предложение, короче, я решил стать блогером. Я хочу снимать ролики и выкладывать их какаха. Да не какаха, блин, какаха. Ну, каха, что, не знаешь, что ли? Блогер такой. Еще фильм недавно был с ним. Да-да-да. Че, нет, не можешь? Жаль. Блин, мне кажется, у нас вдвоем бы получилось. Ну и чё то, что у тебя бизнес, и чё то, что сотрудники посмотрят, и чё? Ладно, давай, всё, понял я тебя. Алло, привет. Чё, как дела? Да тоже нормально, ничего, да, всё хорошо. Слушай, я хотел тебя позвать сниматься. Нет, не в фильме. А сниматься. Хотел тебя позвать сниматься, снимать ролики в интернет, выкладывать. Чё, тоже нравится эта идея? Блин, ништяк, слушай. А? Чё? Жена не... Чё говоришь? Жена против? Серьезно? А сам-то хочешь? Ага. Ну ладно тогда, что, давай. Жене привет передавай. Да, друзья у меня не больно хотят сниматься в видосах. Ладно, справлюсь сам. Может быть, семью свою подключу сейчас? Надо спросить. Пойдемте спросим у жены и ребенка. Может, они хотят сниматься. Короче, классная идея есть. Кать, давай записывать видосы вместе. Типа, мы семья, короче, и... Будем снимать, записывать смешные вайны. Артур, я не хочу сниматься, давай как-нибудь без меня. Вик, короче, у меня идея, я хочу записывать видосы и решил, давай вместе записывать видосы, классно же будет. Артур, ты взрослый человек, снимай со своими ровесниками, я снимаю со своими друзьями. Если честно, я думал, что популярным быть намного проще. Ну, типа, начал только снимать, и такое все, если ты это делаешь постоянно, то сразу обретешь много подписчиков, тебя будут узнавать на улице. Но, похоже, я глубоко заблуждался, ребят. Ну, ладно, я, знаете, решил сам снимать, раз друзья не могут, раз моя семья тоже не хотят участвовать, я буду сам сниматься и сам буду записывать ролики. Может быть, у меня все-таки получится. Я буду соблюдать все правила, буду выставлять все хэштеги как надо. В общем, снял ролик, выставил в интернет. Похожий ролик в интернете я видел, и он набрал 1,5 миллиона просмотров. Я думаю, меня тоже ждет такой успех. Мне уже написали комментарии, написали, что это кринж. И я думаю, что это с молодежного сленга означает, типа, ну классно, короче, крутой видос.